с французского крепы. Это означает блины. Блины сами по себе получаются очень нежными. Яблочная начинка их дополняет и очень удачно. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. 1. Для начинки яблоки очистить от кожуры и удалить сердцевину. Яблоки нужно нарезать мелкими кубиками. В глубокой сковороде растопить масло и положить туда яблоки. Насыпать сахар и перемешать. На небольшом огне тушить яблоки 10 минут. После этого увеличить огонь и жарить, чтобы яблоки начали карамелизироваться. Убрать сковородку с огня и налить в яблоки бренди. Все перемешать и отложить, чтобы начинка остыла. 2. Для блинов в просеянную муку добавить соль и сахар, молоко вливать тонкой струйкой, постоянно помешивая тесто, добавить в тесто яйца и растопленное масло. Теперь все надо взбить до однородного состояния. 3. Из получившегося теста выпечь блинчики, положить их в отдельную тарелку и закрыть крышкой, на каждый блин положить начинку и свернуть рулетиком. 4. Наши французские крепы готовы. Можно подавать их к столу, крепы можно украсить начинкой. Вкусняшки, подписавшимся. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. А теперь ингредиенты. Мука, 80 грамм, яйца, 3 штуки, молоко, 350 грамм, соль, 1 щепотка, сахар, 1 чайная ложка, плюс 100 грамм в начинку, сливочное масло, 60 грамм, плюс 60 грамм в начинку. Яблоки, 750 грамм, начинка. Бренди или коньяк, 60 миллилитров, начинка. Количество порций, 5-6. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. До встречи!